украшения, предметы интерьера, изделия декоративно-прикладного творчества и картины. Все это можно увидеть на выставке участников клуба «Активное долголетие». Экспозицию торжественно открыли и приурочили к Международному дню достижений. Здесь представлено очень много разнообразных работ, которые выполнены из отходного материала, который, казалось бы, можно было только выкинуть, и также картины наших участников проекта. На выставке около 60 работ из разных материалов, а также 15 картин. И все это создавали своими руками участницы проекта «Активное долголетие». Марину Троицкую на создание картин вдохновляет красота природы. Рисует она относительно недавно, но уже восхищает своим мастерством. Сейчас на выставке представлено 6 ее работ. Никогда не занималась рисованием и даже и не помышляла об этом. Совершенно неожиданно для себя. Вот мне захотелось как-то захотелось повозиться с красками после возни с красками со своими внуками. Я решила, что я немного порисую одна. И втянулась. Это была сначала гуашь, а потом очень быстро я перешла на масло. Выставка проходит при поддержке комплексного центра социального обслуживания и реабилитации. Именно там располагаются мастерские, в которых и проходят занятия. Познакомиться с творчеством химчанок можно до конца апреля, посетив клуб «Активное долголетие». Елена Тараненко, Руслан Цафин. Новости Химки ТВ.